Добрый день! В этом видео я расскажу, как получить гражданство при покупке недвижимости от 250 тысяч долларов, а также 500 тысяч долларов вложения в банк. Для этого нужно, во-первых, найти тот объект недвижимости, который проходит именно по этому бюджету, чтобы он официально проходил. Первое, если это будет вторичка, то вероятнее всего должна быть квартира больше 5 лет в собственности. Очень важно мне, что это должен хозяин этой квартиры должен быть гражданин Турции. Третье, если это будет первичка, если будет новый дом, то застройщик должен указать эту стоимость, потому что не все застройщики показывают такую сумму. Квартира быть может 250 тысяч долларов, но эксперт, когда уже придет, он покажет стоимость квартиры там 150-200 тысяч долларов. Поэтому вот в этом моменте очень нужно прям вот четко понять, что застройщик должен показать вам полную стоимость вашей квартиры. Можно купить не один объект, можно купить там один объект там за 150 тысяч долларов, можно второй объект купить там за 100 тысяч долларов, суммировать и также подать на гражданство. Гражданство подается на всю семью, на муж, жена и также их дети. Ну, это орган называется Nüfus Dairesi в Турции. Там вот как раз таки и занимаются выдачей гражданства. Много дает, просто в двух словах, полегче, может быть, и для работы, и для покупки недвижимости. Вы можете купить сельхоз земли, уже не, так скажем, можете покупать объекты, где иностранцы не могут купить, вы эти объекты покупать сможете. Вот гражданство мы вам можем помочь тем, что, во-первых, мы проверим сам объект, он проходит ли под эту программу. Есть такой момент немаловажный, тоже не ошибитесь. Есть люди, которые занимаются отдельно подачей гражданства. Да, вы купили объект недвижимости, кто-то берет потом, вот эти документы собираются, и им занимаются отдельные, так скажем, люди, которые только этим занимаются. Кто-то берет за эту работу 20-35 тысяч долларов, а кто-то берет 2000 долларов. Поэтому здесь вам нужно будет очень важно в этом плане быть очень-очень предусмотрительными. Это тоже, на эту ловушку тоже не стоит попадаться. Поэтому здесь мы, конечно же, вам и поможем найти объект, эти документы собрать, подать их и станете гражданами этой страны. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. А если нужна наша помощь, контакты будут на экранах.